Всем привет! Сегодня у нас 21 июня 2019 год. Вот хочу показать очень урожайный сорт вишни. Каждый божий год с урожаем загружается просто чудесно. Вот она вся красная, вся улепленная урожаем. То есть очень классная на пирожки, на вареники, на заморозку для потребления в свежем виде. Класс! Размер тоже хороший. Я забыл, блин, весы взять. Ну, примерно, скажу так, размер где-то 7-8 грамм, не больше 8. Вот такая вот загрузочка. Так вот листва закрывает, не видно. Вот. А сейчас, если нырнуть сюда в крону. Ой! Опа, нырнули в крону, а тут, бля, все красное. У меня 40 классный. То есть, одной вишни за глаза. То есть, 5-6 ведер можно собрать с нее каждый год, то есть головой, и законсервировать можно, и заморозить. Опа. Вот так вот, и куча просто. Вот у земли ветка тоже показываю, сколько на ней вишенок у самой земли. Тот в кроне, вот там вот куча ее висит, и у самой земли тут они чуть-чуть зеленее. Тут меньше солнца попадает. Сейчас попробуем еще какой вкус у нее. Вкус хороший. Не горькая, не кислая, не кислятина. Вот такой вот в руке. Размер у нее примерно 6-7-8 грамм. Вкус кисло-сладкий. С отчетливым вишневым ароматом. Посмотрим, какой сочный. Сок красный, брызжет все. Сочный, очень сочная вишня. Классно. Вот единственный минус, что я не знаю, что это за сорт. Растет уже давно у меня в саду. Покупали еще родители его. Как всегда, никто не записал, что за сорт. Есть черенки на продажу. Кого заинтересовал этот сорт, звоните, пишите. Вышли вам черенки, приколируете, и будет у вас такой вот урожайный сорт расти в вашем саду. Сорт чудесный. Кому понравилось видео, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Всем спасибо за внимание, всем пока.